В текущем году гранты губернатора Приморского края получили 76 социально ориентированных некоммерческих организаций. Такие данные озвучены на Совете по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций под руководством зампредседателя правительства края Елены Бронниковой. Поступило 144 заявки, допущены к конкурсу были 141, 76 социально ориентированных некоммерческих организаций признаны победителями, и с ними были заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета. Общий размер составил 102,6 миллиона рублей, из которых 65,6 миллиона были предоставлены из краевого бюджета, и 37 миллионов – это то софинансирование, которое предоставил краю фонд президентских грантов. По словам директора департамента, проекты будут реализованы в течение 2024 года. Благополучателями станут более 3000 жителей Приморья. Приоритетное конкурсное направление грантовой поддержки – это профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Он является одним из самых популярных. Победителями являются 10 социально ориентированных некоммерческих организаций. И среди них такие проекты, я хотел бы их озвучить, это юридическая поддержка семей участников специальной военной операции в Приморском крае, ресурсный центр детской безопасности «Не бойся, я с тобой», начало спортивного пути, профилактика буллинга в школьной среде «Белая ворона». В следующем году департамент также планирует проводить конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций Приморья. В 2024 году на проведение конкурса будет направлено также 65,6 миллионов рублей, запланировано на сегодняшний день в бюджете. В настоящее время Департамент внутренней политики готовится заявка в фонд президентских грантов на получение софинансирования. Отметим, конкурс грантов для таких организаций проводится в регионе с 2021 года на платформе грант губернатора 25.рф. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.